Итак, пошли завтракать. Это бассейн, это джакузи, а это ресторан для всех. Это вход в мою гостиницу. Зеркала, трубы висят. Тру-ту-ту-ту-ту-ту. Тру-ту-ту-ту-ту-ту. Все еще спят, раннее утро. Красивые косты у нас тоже в США такие же, во Флориде такие же кустики, вот такие же точно. Пойдем посмотрим на восход солнца. Это продается здесь недвижимость, достаточно высокие цены. Ну, за 100 тысяч что-то можно купить. Такое скромненькое, Belly Dance Show. Вот так вот, в субботу. Я тут остаюсь до 5 числа. Вот на этих корабликах сегодня-завтра я поеду на шикарный пляж, куда можно добраться только лишь по воде. Ой, боже, как хорошо. Надо было купальник нацепить и пойти искупаться. Так непривычно, так тихо. Петухи где-то кричат. Это горлица. Вот они, горлицы, ходят. Это мое детство. Так, тут хамам. Ну, хамам есть и в моем отеле. Посмотрю, где лучше. Так, завтра я полечу на парашюте. Ай. Кстати, вот эти олеандры, они ядовитые, если честно. Не знаю, в чем они ядовитые, но они ядовитые. Тоже бассейн, это, видимо, какой-то отель. Зачем бассейн, когда рядом такое шикарное море? Я не понимаю людей. Ну, бестолочи просто иметь настоящее море. Теплое, вкусное, соленое. И идти в эту хлорку, сидеть среди тысячи этих потных туш. Фу! Я не представляю себе. Я себе даже не представляю такое. Как такое вообще возможно? Ладно бы не было море рядом. Но если есть рядом море, зачем бассейн? Ну, строят, потому что людям нужно. Интересное дерево с синими цветочками. Ой, горлицы любимые. Это мое детство, я уже говорила. Я летом каждый день просыпалась под звуки горлиц. Что-то с моей камерой не так. Что-то она не как цветочек. Цвет не передает. Завтра, конечно, бомбический. Он входит в стоимость. Я уже показывала в прямом эфире. Сейчас быстренько еще раз покажу. Одних оливок. Великое множество булок. Колбасы сыры. Пипец, блин. Салаты. Кофе, машина, чай. Я не знаю, что это. Это холодная вода. Тут тоже чай, кофе. Тут какой-то напиток, не знаю, что это такое. Нектар, сок. Какой-то тоже красивый напиток. Петрушка, лимон, имбирь. Грибы, картошка, сосиски, яйца, пирожные. И вот он делает по вашему требованию. Это вообще нечто. Вот мой завтрак. А салат и колбаска. Наверное, на больше мне не хватит. Не хватит на больше.
Так, сварила мне двойной эспрессо. Захожу в комнату, открываю дверь, а тут такое. Вот такое пламя. Ой, какое же дерево красивое. Прямо над моим балконом. Вот он мой балкон. Я выхожу, захожу в свою комнату. У меня просто факел. Фиолетовый факел. Вон они садятся, летают. Вон они. Сотни их. Так, турецкий педикюр, $20. Тут же сразу истригут мальчиков. Это видео. Ой, как хорошо, господи, как хорошо. А вы знаете, чем я нравится?